Всем привет, с вами Music Mag. Вы когда-нибудь держали в руках снежки стоимостью в 100 евро? Теперь у вас есть такая возможность. Это Snowball. Микрофончики от компании Blue Microphones. Имеют данные микрофоны USB разъем. Это значит, что они подключаются по USB, работают plug and play. То есть сразу подключили к компьютеру, подключили к ноутбуку, подключили к iPad, а это тоже поддерживается, и все у вас прекрасно работает. На вид микрофоны идентичные, но это только на вид. Младшая модель Snowball Ice, так называемый, имеет один капсуль и USB разъем. Это обеспечивает нам, в принципе, неплохое качество звука для дикторской работы, для подкастов, для бродкастов, чтобы вы могли что-то по-быстрому записать, используя, например, акустическую гитару и голос, делать какие-то демозаписи. Данный микрофон вам всегда поможет. Вы в любое место можете прийти, или вы, если находитесь где-нибудь со своим iPad, то вы можете быстро сделать выгодную для вас запись, чтобы идея ваша не потерялась. Его собрат, так называемый Snowball, просто Snowball, это уже двухкапсульный микрофон, и помимо разъема USB, он имеет три режима. Это всенаправленный режим, кардиоидный режим и режим кардиоидный минус 10 дБ для громких источников звука. Микрофоны данной USB пишут в качестве 1644, что, в принципе, обеспечивает стандартный аудиопоток. И я бы рекомендовал эти микрофоны всем, кто занимается радио, онлайн-радио, или записывает аудиокниги. Это будет незаменимый помощник. Комплектуются эти микрофоны, и, в принципе, чем нравятся USB-шные микрофоны, они всегда в комплекте идут со стойками, вот как и здесь представлены две стоечки. С микрофончики они надеваются, вот так вот накручиваются. В одном исполнении пластиковая стойка, в другом металлическая стойка. Вот можете это увидеть. И они идут с USB шнуром, то есть вы, открыв коробку и подключив микрофон, сразу готовы к работе. Собственно говоря, данные микрофоны можно протестировать, посмотреть у нас в Music Mag. Пока-пока.